приветствую вас, грузюки ленивые мокрицы, гниды, уроки, тролли и прочие слуги темного властелина. Сегодня мы опять сокрушаем мелочных сулуков. Так, Хрот пошел за гоблинов. А, ты за Мордор? За Мордор зачем? За Мордор, Мордор, я за Изенгард. Против кого мы играем? Против... Случайно. Неизвестно. Они за случайных. Готово, хозяин! Готово! Наверняка кто-нибудь гнал. Неплохо бы тебя воронами пропадить, если ты на метке или... Я не на метке. Я сверху. А кто на метке у нас? Как раз. Мордор. Блин. И он рачит. Медленно. Ну как он рачит? Жестко причем. Что он делает? Рачит. Не, у него же две фермы. А третья строится. И сортир орков. Прикольно все делал. Кому в голову пришла именно так оформить или? Ну это же первую часть они так оформили. Ну, наверное. Я не знаю. На что разработчики совались, делая вот это вот. Как бы орки в говне, и он еще их это... Помешивает. Ничего, круто же. Непонятно. Вот. Дайте источники, на что они опирались. Что орки именно так рождаются. Работы нет. Ну как иначе? Хрен его знает. Дайте мне инструменты. Вообще непонятно. И этих, и Рухаев тоже, вот. Такой килдер достал. Рухаев опирались. Арбалетчики готовы к бою. Непонятно. Я не понимаю. Помню раш с оленем казался. Не пугает. Да, да. Гнилые крысы не хотят шевелиться. О, он гнидами пошел. Продайте стрелы. Со мной. Смерть людям. Но гниды где они? А, ты говоришь, каких-то у разных... Продайте. О, у меня Ангмар. Остава. А? Ангмар у меня. Ну, стреляйте, да. Стреляйте по ним. Ничего себе. Он так не сильно. Спасайте свои шкуры. Может, на лурце накопить? Что-то болит с неба! Вот построил! Медюшки. Убей его! Готовьтесь к греке! Я попробую лурца накопить. Сейчас стрелы! Быстро! Да, продавливает. Я буду голодаться! Будет насос. Свежее мясо! Да, я сейчас лурца. Махнули одну на ферму на два своих отряда. Это герои полковниц. Спасайтесь. О, как хорошо. Убейте их. Сейчас лучше покачали. У меня все потихо. У нас тоже отлично покажет. А, Изенгард. Никто не выстоит против нас. Мы отведаем человека. Политики готовы к бою. Саруман будет доволен. Око Саурона следит за вами. Все, пошлите. Что ты там делаешь? Пытаюсь доминируешься. Что-то как компьютер такой, да? Убейте всех, кто встанет у вас на пути. Еще стрелы! Быстро! Отдайте его мне! Да, отступаем. Мы возвращаемся! Саруман будет доволен. А нет, где не раньше. Никто не спасет! Он мой! Вадим! Не, он рашит гнидами. Нам не хватает ресурсов. Тебя? Не, мы. Я не умру.
Я тоже ноль. А у моего барона Гондор пошел. Это очень хорошо. Ну как ты говоришь, он дрогнул. Будете делать, что я скажу. Бегом! Я всегда помню, что хороший момент. Уносите инструмент! Так, я уже этих катапультять не буду. Потихо. Мы готовы к бою! На нас я что ли чую? Офигеть, он уже скачается. Быстро, быстро. А чья земля? Где у меня? Мордор. У меня моя. А по низу удобно. Ты захватываешь домик ресурс. Тут Мордор захватил. Копейщиков тут. Отдайте его мне. Убейте их. Социально копейщик. Два, три. Попробуй таран сделать. Не отхожу. Фигу. Да не, я у него просто на базе оружие. Я сейчас на короля чего. Я Исенгард там посылаю вершка. Нитки. Белой плаги. Ты наполнил. Сюда! Убейте всех, кто станет вас на пути. Я Изенгард у них на меду ломаю. Убейте оружие на него. Убейте тебя, что я скажу. Мы отведаем человечины. Он же по листу был. Я думал уже все. Плохое место. А как ты еще? Изенгарду казарму не найду смерть. А человек только сдавался. А у тебя там дырка открыта, я через тебя сбегу. Ой, бля, там походу гонится. Да мы тут доминируем.
Посмотри, видишь, где я? Между вашими. А как ты человечка пошел? Я уже говорил, Изенгард. Не человечек беру. Может, тебя съели, не знаю, не думаю. А? Что? Как скажете, хозяин. А, я съебался, да. Крепили мне. Отдайте его мне. А, это вы уже прессуете, Анна? Ну, прессуем. Блин, так я думал, надо было мне помочь отойти, да и все. Место ко мне на карте. Пусть пошли. Иди сюда. Это как называется? Сражайтесь. Забудите всех, кто встанет у вас на пути. Натягивай его. Жесть. Отдайте его мне. Око Саурона следит за вами. Мои баллисты ушли. Им не сдвинуться с места. Саруман будет доволен. Тут бездельников не будет. А че, раб, твой что ли на месте? Дайте мне, держите оружие на готове. Стоять! Око Саурона следит за вами. Лагерь! Че, завис? Нет. Рот построил. Каким он хочет на гнитму? Пусть сдох! Че за хер? Саруман будет домой. Защищайте постройку! Работе нет конца. Никто не выстоит против нас. Какие-то боссы не задержат. Нашу постройку захватили враги. Так, хорошо. Кузнеца постоит. О, да, звук пошел. А зачем бронир на нас был убедить, да, я понимаю? Не знаю. Просто, что? Готовься. Никто не может противиться белой длани. Никто не выстоит против нас. Ты как, ты нормально? Нет, человек. Ну да. Видишь, как это себе. Мы сейчас тут готовимся. Так, отлично. Давайте. Держите оружие на готове. Нет, нет, болельщики. Вытаскивайте, нам нужно свободное место. И пили на карте еще одну. Тащите ее сюда. А что ты гниды мне делает? Понял. Никто не выстоит против нас. Убей животное. Саруман будет доволен. Я не пойду на убой. Держите оружие на готове. Натягивай верок. Все, идем. Я что за у меня тут? Я вижу тебя. Жесть. Еще стрелы! Быстро! Нас будет тут вообще большая. Че, у вас не стреляет на меня? Что? Ладно, пошел своего чпухать. Я не там. Я деревья вырублю.
Стрелы закидывают. Жесть, как мультик. Жесть. Про войну. А, ничего, это вам не пехота. У меня арбалетчики. У меня армия не может нашести и все такое. Да, да. Делаю. Шевелитесь, жирные лентяи. Отдайте его мне. У меня люди сейбл делают. Классический. Круто. Все, крепость пала. Ну что, все равно надо построить. Отдайте его мне! Где-то могли не стрелы. Никто не выстоит против нас! Лучше ли я пройду? А как ты еще одну? Сарумон будет нормально. Ну, прикольно тянет. А нас будут идти как отряд они, да? А, ну да, как отряд. Ну это как такая элитная комната. Вот они! Держите оружие на готове! Очканули. А как ты еще одну? Вперед, Курхай! Держите оружие на готове! Я вижу тебя! Пошли, мастер! Торопитесь! Будете делать, что я скажу! Просто 12. Гугл, конечно, на Гугле пишет. Можно и флешки. Что, уже все раскосили? Убейте всех, кто встанет у вас на пути. Нас не нужно летает. Продайте. Дико. Золото. Убейте всех, кто встанет у вас на пути. Жесть. Болички, это жесть. Мы отметаем человечины. Сорвите все. Так, флажки надо. Они умрут. Убейте всех, кто встанет у вас на пути. Я просто заливаю эту стрелу. А как ты еще? А, их улучшили. Они умрут. Просто поливаем ливнем. Огненным ливнем таким. Отдай его мне! А еще и разум сверху. Никто не выстоит против нас! Это еще Анна? Око Саурона следит за ней! Иди сюда! Хорошо станет! Смотри, где он так скромно. Тут такой поселенец. Убейте всех, кто встанет у вас на пути. Скорее. Я думал уже все. Как скажете, хозяин. Че, ГГ? О, король че убил. Никто не может противиться белой зламе. Тупые животные. Не дай черт болезни. Натягивай веревки. Сокрушили врага. Убейте их. Просто идем и сносим. А как ты еще? Блять. А, враги работают. Натягивай веревки. Продрим, говорят, проломим в голову. И все как уроки. Говорят, проломим в уши. Никто не может
Его уже метлово снесли, да? Да, мы уже последнего убрали. Он музыка пошла. Тут еще убийцы были. Я там почти донес эту крепость. Мечарик не нужна. Ничто не встанет на моем пути. Натягивай веревки. Пусть сдох. Пошли. Еще раз. Никто не может противиться белой длани. Я вижу тебя. Враг уничтожен. Готовься. Убейте всех, кто встанет у вас на пути. Нашел, на какого у него уровня конница? 6-го уже, жесть. Она резается, интересно? Наверное. Или они кричать могут, там что-то мочить? Это что за способность? Чичипа, твой? Он под моими вызвал. А что за... Смотри, там в крепости Зингар. Да. Мы победим! Еще классный танец получился. Изи каточка. Что скажешь? Ну так. На изичек, да?